Привет! С вами счастливый аспирант Любомир Богоявленский. Сегодня 2 сентября 2019 года вот только закончились мои пары. Это был первый день обучения в аспирантуре на дневном отделении стационар в моем родном Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя. Я настолько счастлив. Это было настолько интересно. Английский язык высочайшего уровня профессионализма. Это была первая пара. И вот завершающая пара была на физико-математическом факультете, на физмате. Читал потрясающий профессор невероятно интересную лекцию по информационным технологиям. День настолько потрясающе интересный. И я настолько счастливый. Вот сейчас буду ехать домой и решил записать это видео, чтобы поделиться. Я очень счастлив. Настолько интеллектуальная атмосфера. Английский язык академический. Academic English. Мы общались только на английском языке. Вот все выступали. Уже на первом занятии говорили about science, о науке. Ну, это было очень интересно. Интереснейшие студенты, потому что у нас, аспирантов, есть занятия общие, высочайшего уровня интеллекта. Невероятно интересно. I'm happy. Буду сейчас ехать домой, я просто счастливый.